Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки. А самое главное, поддержите автора, подпишитесь на канал. Как избавиться от колорадского жука народным средством? Чтобы избавиться от колорадского жука народным средством, я использую вот такие вот бутылки двухлитровые. Они удобные. Если опрыскивателем, то он мне... нам не подойдет, так как он будет забиваться, потому что мы будем использовать березовый деготь, а он будет все равно забиваться им. И сколько я пробовал, неудобно так. А вот самый оптимальный вариант — двухлитровые бутылки. На каждую двухлитровую бутылку надо по 50 мл березового дегтя. И, в общем, здесь делаем дырочки 2-3. Ну, чтобы так опрыскивать. И ботву начинаем обрабатывать от колорадского жука. Очень удобно. Разбавили в какой-нибудь емкости, налили в бутылки и семьей прошлись ботву. Обработали от колорадского жука. Все, его как ветром сдует. Эффективный способ. Дело в том, что никакой химии. Таким способом можно воспользоваться. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.